17 мая 2018 год, Харьков. 16:09 по Киеву. День вышиванки. Так что давай. Пока. Заявлено было 200 человек, но на 200 человек это явно как-то не тянет. Сейчас 16:19 начнется парад вышиванок с площади Свободы в обратном направлении, к площади Конституции. Надеюсь, я успею смотаться домой и вернуться назад. Ты золотой-то мой. Ну, уже на велодень человек собрался. Через 3 дня велодень. В Харькове 13-й. Да сколько ж тут людей? Прям стыдно, что я по сию пору вышиванкой не обзавелся.
Что-то я уже устал себя, кажется, треноги использовать. Вернее, двуноги. Да, это же надо, разгар рабочего дня. И такое количество людей. Это по Сумскую наверняка до памятника Шевченко растянется колонна. Хвост здесь, голова уже там. Немножко ускорим процедуру. Апреля 2018 год, Харьков. День вышиванки и 16:16 по Киеву. Ладно, поехали домой. В 7 часов еще на площадь Свободы вернемся. О, прошу прощения. Ну, а здесь Свято-Троице, да, это Троица на носу.